Почему ты целуешь петуха? Почему ты целуешь петуха? Почему ты сегодня жопой не помыл? Придурок, ты меня убил! Нету больше фруктов. Вот я там помню, встретил деда этот. Он меня обманул на сигареты, нахуй. Вот, теперь иди сюда. Вот папа Дуксика. Больной человек. Что? Ты че? Стор, ложи в стор! Быстрее! Бля, нихера! Это не леопард? Ну это тоже, по-моему, охеренно. Меня чпокнули в попку. Ну что, ребята, наши приключения продолжаются. И могу сказать, что Дуксик решил нас не ждать и рольнул фруктик. И выбил себе какой фрукт? Я себе выбил самый крутой фрукт, а именно леопард. Ну почти. Он выбил себе фрукт света, но это хороший очень фрукт для первого мира. Поэтому сегодня мы вновь рольнем фруктики, чтобы с Дофи не отставать. Хочешь купить робоксы, но при виде цен на официальном сайте тебе страшно? Покупай робоксы на RBX-Fail. Самый лучший сайт по продаже робоксов. Веди всегда самый выгодный курс. Моментальная доставка робоксов методом трансфер. А если ты думаешь, что тебя обманут, здесь есть огромное количество положительных отзывов. Также, если у тебя вообще нет денег, есть бонусная система. Пригласи своего крутого друга и получи 40 робоксов. А если нет друзей, выполняй задание и получай робоксы. Также в их группе ВК проходит розыгрыш 100 тысяч робоксов. Также используйте мой промокод. Он виден у вас на экране, а также есть в описании. Обязательно заходи и покупай. Ссылка в описании. Ну, а рольника ты, мне выпал очень хороший фрукт. Я даже не знаю, может быть его Вау! Съем. Что? Не может быть. Это же самый лучший у меня такой был. У меня выпал тоже такой средний фрукт. Ну, показывай. Я дам его дофь. Ой-ой-ой-ой-ой. А мне выпал фрукт тьмы. Это хороший. Я не знаю, я, возможно, его даже съем, но мне, к сожалению, полета не будет. Но ладно, пока его оставлю просто в кармане. Да. Стойте, я съем фрукт свет. Все, теперь я буду ламповый. Ламповый. Больно, ламповая няша. Ох. Ты что творишь? Что ты делаешь? Чтобы ты знали, где ваше место. Ребят, вы знаете, какой наш следующий остров? Какой? Наш следующий остров — это джунгли. Ну ладно, плыви, возвращайся. Вышел с корабля. Все, пока. Ну а наш следующий остров с Дофи. Наш следующий остров с Дофи — это небесный остров. Да вот, ладно, забери ты уже. Да не, пропускай. Вот так вот кинули, да? Кинули. Я там чусь, я там. Ты сам собрался на джунгли. Кстати, у нас фрукт дыма, так что нам не надо лестница, полетели. Так, ну, на этом острове нам придется победить сначала небесных бандитов, а потом темных дуксиков. А Дуксик? Ну все, батя, идет. Будем ждать Дуксика. Да, Дуксик пускай сам там летит. Летит, это он? Это он прилетел? Да, я открылся скилл. Король, ну бери задание, погнали. О, кстати, Дуксик, хочешь купить себе барабаны? У тебя в племени такие были. У меня? У меня в Зимбабве такие как бы... Смотри, подходи к нему. У него можешь купить себе крутые барабаны, но если денег тебе... А, тебя сопляком назвали. Кого сопляк назвал? Агрессивный. Нет, посмотрите, что у него. Голый торс. Ты мышцами выпендриваешься? У меня бицуха полметра. Ну мы уже с Дуксиком пришли помогать Дофи. Ну что ты тут? Уже почти справился. Не справляется он нифига. Я уже сам же уровень. Ну добей их. У меня 175. Ты так около бота входишь постоянно? Конечно, не прокачаешься. Нужно бить ботов. А скиллы у меня бесконечные, что ли? Может, ты смотрел все это время на ботов, просто ходил? Да, так. Ты думал, что бить нужно? Как бы, ну, а надо было бить? Надо было бить. Кнопки. Вот это помощь этого. Жесткая помощь. Вы меня убили просто. Зачем ты добил бота, придурок? Я случайно. Не, ну реально хороший помощник. Да, я предлагаю этот слег. Поубивали меня, убили ботов моих. Тихо, давай ему поможем. А то он вообще не справляется. Ты мышку взял в руки хоть? Я даже... Ты монитор включил? Я монитор не включил. Вон, добивай, что ты стоишь или... Да мне, блядь, скиллы. Какие скиллы? У тебя нет скиллов. Блядь, мне задание не взял. Ты выполнил. Дурак! Не, я его выполнил уже. Ой-ой-ой, все, наконец-таки. Не прошло миллион лет, у Дофи 175 уровень. Мы берем задание на темных дуксиков, ребята, на темных дуксиков. Ну, знаете, мне даже не хочется Дофи называть полным лохом, но... Так я все сам сделал. Ты все сам сделал. Ну ладно, Дофи молодец, он старался. Ну, все, ребята, я уже прошел небесный остров. У меня 190 уровень, у вас какие уровни? У меня 183. Ага, у тебя или? 182.
Ну я понял, ребята. Ну, пойду пока помогу Дофи. Так, ну, Дофи у нас уже апнул 190 уровень. Осталось 190 уровень апнуть Дуксику. Какой у тебя там сейчас уровень? У меня уже 200, я уже давно такой. А, да, да, да. Ага. Да, ну, басово просто играть не умею. Да, конечно, конечно. Выбил фрукт света, а прокачаться быстрее нас не может. А играть не умею. Давайте, давайте, перегонки. Давай, мы тебе фору дадим, давай, лети. Нет. Хорошо, ну все. Ты я гоняй. Буду смотреть. Ну, ты поплывешь? О, поплыв. Он знает, куда плыть вообще? Да пускай куда хочет. Вообще-то он в другой стороне, он сзади. Ты не туда поплыл. Все, он уже не останавливается. Ты не туда плывешь, дурак. Ты туда поплыл. Опа, это кто вас тут встречает, а? У меня ой, ну, я, ну ясно, позорник, позорник. Ну, мы прибыли в Impel Down. Здесь Дуксик провел свое детство, молодость. Когда вот ты убил меня, Дуксик? Убей Дуксика. Что он вообще обновил? Никого не убивал. Вот это его родина. Он питался, это не моя. Он питался вместе с надзирателем. Главный надзиратель немножечко ему прочищал дымоход, если вы понимаете, о чем я. Вот такие дела были. Сейчас мы пойдем знакомиться с старыми друзьями Дуксика. Это заключенный. Это мои бына, это мои бывшие кенты. Ты тушней пойдем знакомиться. Да, каждый из них несколько раз бывал в Дуксике, так сказать. Это я в них бывал. Так, ну, я уже справился с заключенными. Какие у вас уровни там? У меня 203. Так, ну... Придется опять идти кому-то из вас помогать. Ну, добивай. Все, ну, всё, наконец-то. Все, 210. У всех 210? Да. Всех. Ну, да. Вы можете подумать, что мы сейчас пойдем убивать следующих ботов, но нет. Нет, ребята, у нас более важные дела. Мы пойдем выполнять квест на меч Шанкса. Вы готовы, бойцы? Конечно. Готовы. Ну, тогда я пойдём. Я этого Шанкса знаешь где вертел? На шпаге своей. На шпаге вертел. Сади! Ой, случайно. Дуксик. Ты что, больной, все. Тебе место. Выгоняй, выгоняй его. Вышел, вышел. Пошел быстро обратно в Impel Down. Тебе вот там не место. Тебе там нужно и сидеть дальше. Все. Так, ребята, сейчас нам нужно нажать на плиты. Давайте вот попробуйте сами найти плиты, на которые нужно нажать. Мне интересно, вы найдете? Вот на вот эту вот. Какую? На зеленую, да? Смотри, о, сюда нажимаем. Many months later. И вот сюда. Я надеюсь, что я никакие не забыл, но мы сейчас проверим. Зачем мне факел? Чтобы пердак поджечь. Все, давайте, быстрее. Дофи, бери, 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 бери. Все, факел. Взял? Взял? Все, теперь умирайся. Да. Куда мы сейчас справляемся, Лексман? На остров. А кто там живет? Ну, я не знаю. Люди живут. Вот я там, помню, встретил деда этот. Он меня обманул на сигарет. Тебе сколько мне лет тогда было? Три. Мне тогда было девять. Девять. Сейчас нам нужно будет немножко цибарку-то поджечь. Поджигаем. Поджигаем? Да. Вот это маму Дуксиков. Мы сейчас дома спалим, Все, заходим, ребята. Теперь смотрите. Можете просчитать. Если силу ты ищешь, наполни чашу из ручья. В холодном одиночестве ты истории судья. Это Дуксик писал стихи. Вот он. Такая у нас творческая личность, да? Ну, конечно. Ну, конечно. Все, теперь... Это мой квест. Твой квест. Ага. Это квест по поиску очка Дуксика, да? Как я понимаю. Смотрите, доставайте чашу сразу. И подходите вот к этой капельке. О, все, я словил. О, Дуксик тоже словил. На. Девы. Девы. Иди туда, иди, бери чашу. Бери чашу. Взял. Или подходишь к этому деду, или подходишь к этому деду. А все, иди, Дуксик. Наливай воды. Вот, теперь иди сюда. Вот папа Дуксика. Называется Сикмен. Больной человек. Что? Ну, правильно, правильное имя. Спасибо тебе большое, пожалуйста. Встреться с моим сыном. Помочь? А нет, спасибо, нахер. Вот он, сын, Дуксик. Ладно, мы пойдем к брату Дуксика. К богатому брату Дуксику. Вот у деда было два сына. Один больной, другой богатый. Я думаю, вы понимаете, кто из них Дуксик. Пробую. Сейчас нам нужно, вон, видишь фонтан? На фонтан нужно. Ты поплывешь? Уходи. Ну, плыви на фонтан. Да, уходи. Ты меня обманул. Пока, пока. Энергии нет. Все, бай-бай, бай-бай. Куда? Куда собрался? На фонтан ты меня обманул. Да, на фонтан. Фонтан, ты меня больше не обманешь. Да фонтан надо, не выдумывай. Да ты меня наехал. Вот такая вот Лексман крыс. Вот он, Ричмен. Значит, все нам мужик сказал. Спасибо, что помогли моему отцу, но главарь банды украл все мои деньги. Пожалуйста, помоги найти и победить его. Как можно скорее. Как лоха обманули. Вот только стоило мне уйти из семьи. Почему ты целуешь петуха? Почему ты целуешь петуха? Почему ты сегодня жопой не помыл?
Мяна чисто. Все, ребята, теперь нам нужно развалить вот этого мужичка. Во, вы это... готовы, бойцы? Всем засчитала? Написала, что поговорить с богачом? А, ну мне только засчитала. Ну ладно, ребят, ну тогда ждите, пока он зареспавнится, что ли. Тебе написала поговорить с богачом? А вы с богачом всем не поговорили, мужиком, что ли? Я же вам сказал поговорить. Ребята, у меня новая новость. Я принял ислам. Батюшка тут собрался. Если тебя сейчас убьют, ты сейчас потеряешь. Отца и Сына Святого Духа. Аминь! Дали религию? Все, дали. Фух. Крест дали такой? Все. Да. Отправляемся теперь обратно в джунгли. Вы готовы? Только не умрите с реликвией. Смотрите, доставайте реликвию, сейчас нам придется убивать реально сильного босса. Возможно, он вас откинет с одного удара. Не заспавнился, ребят. Но он испугался меня. Долго ждать. Все, погнали. Нет. Вот он шанс. Заходим и полетели. Да... Гасите его. Все. Дали вам всем саблю? Да. Нет. Да почему мне не дали? Ой-ой-ой, я тут зашел на сервер, а тут еще фрукт песка у Кентика лежит. Может, кто хочет съесть фрукт песка? Где ты? Придурок, ты меня убил! Нету больше фрукта песка. Я не удивлюсь, если ему опять саблю не дадут. Дали. Ай. Ой, ну мы стали, мне кажется, намного сильнее выглядеть, а? Освоили вооружение. Так, ну и раз уж мы находимся на прекрасных джунглях, вновь давайте попробуем рольнуть фруктик. Что нам выпадет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, мне выпала имба. Дичайшая имба. Мне что же выпадет? Мне сейчас выпадет дичайшая имба. Так, давайте встаньте тут и показывайте. Давайте. Раз, два, три. Мне Будда выпало. Что? Ты чес? Ты чес? Ты обалдел? Ты положил в стор? В стор ложи, в стор! Быстрее, дурак! Положил, все. Если, понимаешь, если бы он вот этот тип, сейчас тебя так вот бам, все, рук там не было. Ну, хочешь, смотри, я тебе предлагаю, ты сейчас можешь купить стиль боя любой. Мы сейчас сгоняем как раз. Ты съешь Будду, и ты будешь зверем. Давай. Только тебе нужно будет сбросить статы. Кушай быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стой, не ешь. Ага. Стой, Илья, я подумал. Мне кажется, тебе не надо даже стиль боя. Потому что у тебя есть меч. Ты лучше накопи деньги и купишь потом бесента. Сейчас надо тебе сбросить статы, чтобы у тебя был вкачан меч и хп только. Ну все, мы сделали Дофи немножечко сильнее. Он сбросил статы, одел плащик. Ты же в меч, надеюсь, вкинул, а не в оружие? Да, в меч. Все, теперь открывай фрукт и нажимай на Z. Ой-ой-ой! Хазбик вырос что-то. Что-то огромный хазбик у нас получился, ребята. Ну, все, ты можешь вот так стоять, просто кенты даже тебя бить не будут почти. Это вообще кайф. Так, ну что, наши команды уже все апнули 220 левел, все или ты еще Дофи не апнул? У меня 218. Куда там идешь, Дофи? Иди добей быстрее квестик, и мы пойдем уже уничтожать боссов. Ребята, быстрее, там уже... Ай. Это ты бил? Я уже испугался, что какой-то чел бьет босса тут. Не стоит? Ну что, берем надирать. Бери задание, алло, Дофи. И идем. Все, вам засчитаю? Да. Все, кайфы. Ладно, добейте, я думаю, мне засчитают. Да, добей. Духтик, давай. Добей. Все. Так, ну, новый квестик у всех. Ну, да. Духтик он уже давно. Да. Так что, берем задание на главного надирателя. Он как раз-таки тут тоже есть, но его быстренько уничтожим. Ну я понял. Давайте я буду отвлекать его, будет сзади. Сюда. О! Мне дропнулся меч надзирателя еще, кстати. Посмотрите, да, он все, я уже начинаю. Фу! У него розовый плащ. Ты добил его, ты придурок! Ты нахера его убил? А, ему плащ еще дали, розовый. Тебе все дали, придурок! Тебе даже выпал плащ. Он стоит тут, выкаблучивается и ботов забирает. Ты... Опа! У тебя у него розовый плащ. Фу! Розовый я плащ. Позорище. А под розовым плащом знаете что? Прекрасное немытое очко. Немытое очко. Фу. Опа. Все. Мне еще раз выпало розовое пальто. Не, ну ты обалдел. Слух любви! Меня чпокнули в попку. Я звезда. О, розовое пальто.
О, ну все, осталось Дуксика ждать. Ну как всегда. Ну так у меня. Как всегда, этого позорника приходится дольше всех ждать. Не качается. Я пока главного надзирателя убиваю. Кстати, вы знали, почему главный надзиратель главный? Надзиратель обычно, он просто иногда надирал жопу Дуксику. А главный надзиратель, он был главным по надиранию жопы Дуксику. Не обманывай. А, реально? Да, да. Нет. Типа, создатели Блоксрус даже объясняли это этим. Блин, я не знал, кстати. Все, ребята, мы отправляемся на новый остров, но. Перед этим вы попросили, хотите рольнуть. Ну, я как ваш папочка, я вас сейчас отвезу на своем новом корабле. Как вам? Все, я готов. Нормальная машина. Не, ну ты вообще... Да в смысле, убей его, ну дай мне сесть. Я его купил за 8 тысяч. Иди, иди, давай быстрее. Да ты охренел. Ах ты. Да Дофи, ну останови его. Ты запрыгнул? Энергии не хватает. Давай. Не хватает энергии. Нет. Я у... Не, ну я тебе этого не прощу, Дуксик. Дуксик, крыса. Вон сзади. Знаете, из-за кого чума началась в средневековье? Из-за крыс. А главной крысой был Дуксик. Вот он укусил там капитана, и из-за этого чума. Я чувствую, что выпает леопард. Ну давай, давай, посмотрим этого леопарда. Давай, первый Дуксик. Я нихера! Да, да. Показывай, показывай. Показывай. Это не леопард, но это тоже, по-моему, охеренно. Если я не ошибаюсь. Раз, два, три. Чего вы не достаете? Не, я так мы ждем, пока ты, да, пока ты достанешь. Я даже еще не ролю. Ну ладно, сейчас я ролю. Я хочу, чтобы вы увидели. Не, честно, такое еще никому не выпадало. Ну давайте, вот станьте так красивенько. Давай. Раз, два, три. Мне фрукт барьера выпал. Ну, или самый дорогой. Так, ну, смотрите. На этом острове, по моему опыту скажу, что лучше всего качаться чисто на первых ботах. Остальные боты это шняга, как Дуксик. Поэтому просто берите задание вот на воинов и все. И фигачьте, как говорится. На кого вы ставите ставки? Конечно, точно не Дуксик. Я очень надеюсь, что Дуксик проиграет. Если он выиграет, Дофи, я буду расстроен. Все? Все? У вас написало? Все. Илья, ну давай. Да блин, я не могу ничего сделать. Бей, включи волю вооружения. Вооружение, волю включи, она тебе для чего? Включил? Да. Бей его. Подпрыгни вверх и бей. У тебя большая площадь. Подойди просто ближе. Просто ближе подойди. Давай, ты его убьешь. Мне энергии не хватает. Будет второй матч реванш точно. Давай, убегает, ты еще не проиграл, позвонить. Хилься, если он вблизь подойдет, ты его убьешь, бей! Ты просрал момент, ты мог его жестко загасить. Почему у меня сабля не работает? Ты ее убрал, у тебя в руках сабли нету, поэтому она не работает. Достань саблю. Достань саблю. Достань саблю. Почему ее нет? Подожди, Дуксик. Это нечестно сейчас. Подожди. Что нечестно? Подожди ты. Сабли нет. Возьми ее в руки, возьми в руки. Почему я не могу использовать ее? Вот он победит. Стой, подожди, это будет сейчас матч-реванш. Ну давай матч-реванш, давай, Саша. Ну все, не, со мной давай. Мне еще скилла, ну все, видишь? Подожди. Ты больной! Ты уже убил меня, идиот! Боже, ты вообще... Все, давай со мной, ну со мной. Давай, давай, сейчас. Что, ты боишься? Тупой, ты не включил ПВП. Давай, Дофи, давай, ну. Нормально попадаешь по нему хоть? Вблизи гаси, вблизи гаси. Почему сабля опять пропала? Я не могу понять. Она мне показывается в инвентаре, но я не могу ее использовать. Почему? Ну нажми на троечку там или... Я нажимаю, ее нет, понимаешь? Ее нет. Так, все, ребята, ждите, ждите, я сейчас... Ну, давай пока... ждать, иди не, туда. Не, ПВПшьтесь, я сейчас... Так я не могу ничего делать, только если только буду. Ща, ребят, я приду. Я хочу даже на бой посмотреть очень сильно. Сейчас я лечу на всех парах. Да опять пропало, видишь? Так все, матч окончен, написал. А, я тебя убил? Все. Я выиграл. Иди ты не мог сюда. Выиграть. Я тебе фулл хп снес. Становись. Драться будем. Я тоже стал. Давай. Да блин, у меня сабли нет. А ты... Иди сюда. Слышь? Ой, проиграл кто-то. Это... Очень честно. Ой-ой, no reward. Эх ты, блин, я даже блин, подраться не успел. А? Ты какая разница, у тебя хп, бля, много, это бесполезно все равно. Я на рокете, иди сюда. Сейчас, чтобы вас покатать на кицуне, мне нужно набить это. Туксику морду. Ну это да. Но это легко было бы слишком. Я просто его кликами убил. Все, ребята, готовы? Готовы ли созреть? Садитесь. Погнали кататься.
А я могу такой вальянс? Вальянс, вальянс надо добавить. Кстати, если Дофи сейчас сядет, это, по идее, будет очень угарно выглядеть. Как добавьтесь сесть, вальянс. Да. На Е там должно отобразиться. О! Смотри, смотри, как я могу по воде быстро. Как отменить телепортацию? Ты куда ты? Все, у тебя уже... Максимальную скорость можешь показать? Ну, это максимум. Стой, давай с того острова кто быстрее. Давай, раз, два, три. Я приплыл. Ну все, как сесть на тебя? На Е. Все. Ты меня насилуешь просто. Ты сядь. Ты. А сейчас попробую в Буду полететь. Да! А нет, блин. Грустно, было бы прикольно. Я так, тебе помогу. Я вернулся на свой обычный аккаунт, тут у них уже опять разборки. Что вы не поделили? Бота не поделили? Моего бота скилл не может убить. Еще один, блядь. Так, ну все, у меня 300 уровень. У вас там что? Сколько кому осталось? Я уже 290. Осталось 6 уровней пройти и все. Нормально, я пойду тогда Дуксику, наверное, помогу. Или тебе не надо моя помощь? Ну, можно было. Ну, давай, сейчас помогу. Так, все, я добиваю последнего уже. И по идее должен быть 300 уровень. Ну все, тогда добивай, мы тебя ждем здесь у Дукси. 299, надо еще один. Это обидно. Блин, я думал уже все. Так, ну все, наша команда снова в сборе, мы собрались с разных серверов. Мы бы, конечно, могли уже закончить наше прекрасное видео, но мы сейчас отправимся покупать волю наблюдения, потому что это достаточно важно, и у нас у всех хватает денег. Нам тут проплыть совсем чуть-чуть. О, тут кроваточка. А ну, Дофи, иди попрыгаем тут. Не-не-не, я не такой. Там столько венерических заболеваний. Ой, стойте. Я засмотрелся на твою комнатку, не стыдно? Одень штаны, хватит светить своим. Дух, ты пирожок разыграл? Да, когда розыгрыш пирожка? Там уже 600 реакций. Когда наберем 1000, тогда будет пирожка. Не, ты охренел, обалдел вообще. Вот 1000 будет, тогда точно разыграем. А какой будет пирожок с чем? С моей сгущеночкой. Ой-ой-ой. Ладно, погнали, купим внезапный шаг и вернемся сюда. Давай. Кстати, ребята, если вы хотите, чтобы мы сняли втроем видео, как мы будем искать фрукты с фрут-нотифером, то давайте так. Сколько лайков им набрать? 2 лайка. 20 тысяч лайков, и тогда будет такое видео. Потому что робуксов уйдет у меня очень много, ребят, на вас. Я все свои робуксы потрачу. Ну, либо же вы просто очень много покупаете нашего прекрасного мерча и... Тогда вы проспонсируете это видео. У меня самый лучший мерч. Давайте сделаем голосование в группе. Кого лучше мерч? Давайте так, да. Когда выходит это видео, в телеграм-канале находится опрос, у кого самый красивый, самый лучший мерч. Так, главное все правильно сделать. Давай, пожалуйста, я молюсь Богу, попади. Тэпай! Ну почему не тэпает? Не, ну я запрыгну, мне все равно, я уже буду до конца. Вот сюда, лево. Все, наконец-то он допрыгал со своим внезапным шагом. Ну вот один раз стоило показать в дискордике, как правильно делать, объяснить так сразу. Ну, сразу видно, мастер блоксерус. Мастер блоксерус. Вот этот храм построили древние предки Дубчика, обезьяны. Обезьяны не умеют строить. Ты зачем своих родов оскорбляешь? Думаю. Теперь вот подходим к мужичку, Instinct Teacher. Hey, want to learn Instinct? The power of Instinct allows... Кто меня убил? А, этот чел? Дуксик, ты дурак? Не, я один раз убил, нажал, чтобы... Ты дурак? Больной, ты что делаешь? Я ничего не сделал. Готово? Теперь на Е нажмите, на Е нажмите. И у вас будет зрение Дуксик. На этом наше прекрасное видео подходит к концу. Я надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дуксик, что ты скажешь? Ой. Тихо. Тихо. Понял. Ладно, Дофи. Спасибо за просмотр. Всем пока. Все, Дуксик, да? Все, всем, ребята, пока. До скорых встреч. Обязательно пишите, чтобы Дуксик разыграл пирожок, а то он реально обалдел. Все, всем пока.